Всем привет, друзья! Сегодня мы снимаем для вас группу Viagra. Такие девочки у нас сегодня красивые. Девочки, скажите привет перископу. Сейчас мы сняли девчонок. Эрика, скажи привет всем. Привет. Ставьте нам лайки, ребята. Возьмем все самое интересное. Помочь? Да, детка. Ставьте нам лайки, ребята. У нас сегодня творится нереальная красота. Девушки у нас Бальман, Виктория Бекхэм. Знаете, какие они у нас элегантные. Смотрите, мне кажется, это вообще... А, вы такие красивые. Вам нравится ваш образ, девочки? Очень, конечно. Да? Так приятно. Миша, тебе привет. Спасибо большое. Миша. Только Мишу передали. С этим стулом, да, он такой продюсер. Всем привет, Миша, да, ребята. Привет всем. Барон. Во, вообще. А стилист у нас Дарья Винменская. Она сейчас за кадром контролирует процессы. Привет из Дагестана. Привет, Дагестан. Я тоже из Дагестана. Привет, Эрике. Вот, да. Эрика. Настя, вот очень красиво. Да, всем привет, ребята. Да, конечно. Девчонки, у вас же есть Инстаграм? Ну, конечно же, есть. На People Talk мы всех отметим. Вот, и можете потом перейти на странички девчонок. А снимаем мы для peopletalk.ru. Скоро будет эксклюзивное интервью с девочками. С Риги. Привет, привет, Рига. Бонжур. У стилиста, да, у стилиста есть Инстаграм. Дорик, нижнее подчеркивание, Ви. Подписывайтесь на меня. Армения, привет. Да, это Эстония. Чтобы спели? Ну, я попробую, я прошу девочек, чтобы они нам чем-то напели. Да, это группа Viagra, конечно же. Обе лучше, тебе, наверное, так надо оставить. Миша, привет. Салам, салам. Дорик, нижнее подчеркивание, Ви. А вы можете в инстаграме peopletalk.ru ее найти, если вам интересна ее работа. Скажи привет, Настя, от Акташева. Извините, я, может, неправильно произнесла. Привет, ребята! О, Финляндия! Класс! Привет! Сколько лайков! Такие классные! Да, руки вообще шикарные у вас сейчас. Передайте привет от Эль Гумбы. Ого, какая интересная фамилия. Камера прок снимает, тут на самом деле очень плохая связь. Вот, а так? Да? Ась, дашь лизу? Давай, давай, пока, еще. Перископы подглядеть, смотрите, что у нас получается. Как круто! Мне кажется, было, давайте будем что-то сделать. Ага. Еще, да? Да, ребята, столько лайков, спасибо вам! Привет, Тимур. Эрика, скажи всем привет. Привет вам, девчонки, от Новоселовой Даши. Я очень хотела вас положить втроем. Вот знаешь, где вот такие? Да, да, да. Давай, давай. Очень красиво. У нас девчонки все сейчас будут менять луки. О, как раз просили, чтобы всем спели. Алло, алло. Всем привет, алло. На-на-на-на. Эксклюзивно, ребята, только для вас. Так, ребята и девчонки. Девочки переодеваются. Пока что они меняют образы. Да, девчонки вообще нереально веселые у нас. Знаете, я могу вам себя в зеркале показать. Привет. Девчонки нереально веселые, очень красивые. Себя
меня, пожалуйста. Они сейчас переодеваются. Клоузап сделаем небольшие. Да, девчонки, красотки вообще. Ой, я узнаю, есть ли у девочек перископы обязательно. Hello, New York. Настя, тебе привет от Даши Новоселовой. Очень попросила передать. А, как классно. Нет, ну а что? Что мне юлить? Говорю, как есть. Сколько лайков, ребята, вы просто чудо. Передам привет девчонкам обязательно. Настя очень просит сказать привет Тимур. Привет, привет. А, вот. Все, я исполнила твое желание вместе с девочками. Да, клип крутой, кстати, реально. Ура, ты рад? Мы исполняем желание, мы волшебники сегодня. Так, чтобы вам еще показать. Девчонки там пока меняют образы, мы можем поговорить с нашим фотографом Асей. Ася, привет. Как я выгляжу вообще? Очень-очень важный вопрос. Я лучше так буду снимать, там девчонки... Да, там нельзя. Да, там нельзя. Как у тебя настроение, Настя? Отличное. Отличное. Довольно, как слон. Это отлично. Передайте привет Карине. У нас тут рубрика, ну как это... Привет маме. Да, привет маме. Пойди подгляди. Не, ребят, мы так не работаем. Я вам могу себя немножко показать. Подписывайтесь на People Talk, ребята. Аси, привет. Аси, тебе привет. Кто бы ты ни был. Сегодня Настя у нас музыку врубает. Обычно я организую нам музыку, но сегодня... Нет, все вас устраивает, диджей, очень поиграет. Наш Настя, конечно. Я люблю такую музыку. Да, мне кажется, больно. Вы еще и на музыке сошлись. Протереть камеру? Протерла. Лучше видно? Я девочкам никем не прихожусь. Я просто продюсер съемок и полдов, поэтому я веду с вами переспал. Сюда надо, водичка. Смотрите, какая красота. Вообще бомба. Вот. Девчонки. А, девчонки, они просто невероятно смешные, забавные. Кто делал мейкап? Мейкап нам делала Brow Beauty студия на Большой Дмитровке. Очень крутые ребята. Мы с ними работаем всегда. Привет, Соня и Катя. Я уже не знаю вам, что показать, честно говоря, потому что девочки там готовятся. Вот, а на самом деле, ждите, ой, у меня фокус пропал, ждите съемку на People Talk, будут крутые кадры. Ася вам обещает, Ася, ты обещаешь крутые кадры? Да, вот. А мы к вам присоединимся чуть позже, ребят, все. Давай, скажи пока перископу. Все, пока-пока. Ребята, мы снова с вами, мы снимаем сейчас клоузапы, ну, либо портретная съемка у нас идет. Вот у нас Эрика какая. Снимаем мы по пояс, так что не беспокойтесь. По пояс. Так что не смотри, что она в тапочках, просто это очень удобно. Уютно по-домашнему. О, вот так красиво. Очень красиво. Привет, ребята! Спасибо вам за лайки, вы такие хорошие у нас. Очень красиво. Одно удовольствие. Передайте привет Кириллу. Но Эрика сейчас немножко занята, она сейчас не может передавать приветы. О, вот это оно. Да? Есть кадры, Эрика? Тебе нравится? У нас чокеры вот здесь. Давай, Настя, сейчас сделаем чокеры. Сейчас сделаем. Я милая? Ой, Алина, спасибо тебе, дорогая. Привет, Алина.
Спасибо за лайки, ребята. Миша и Настя, они готовятся, чтобы их тоже снимали. Их по отдельности сейчас будем фотографировать. Портретную съемку делаем. Привет, Алена. Ну, может быть, так на камере кажется, но очень куда. Нет, очень красивая фигура у нее. Снимаем, снимаем. Настя. Каждый день. Как у тебя дела? Настя релаксирует на съемке, она отдыхает. Привет. А, приезжайте в Таллин. Настя, приедете в Таллин. Конечно. Вот. Там невеста пошла. А тут проходят съемки, кстати, всякие там невесты с женихами, Настя. Упс. А, да, слышу, конечно. Снимать вот вас. Настя рада. Настя супер. Вообще. Крабик. Слушай, можешь там волосы собрать? Ребят, я снова с вами, извините, что я вас оставила. Нужна была срочная давай помощь. Я тебя давай ты себя поснимаешь. Сейчас, нет, давай я тебя поснимаю. Ты, меня у тебя в кадре не надо, вообще не нет. Надо давай, 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 давай. Расскажи нам, как тебя. Тайна открыта. Вот она. Кто за кадром перископа? Не надо. Все хорошо, так все, очки одеть. Да. В общем, ребята, привет. Я человек, который ведет перископ. Иногда. Давай себя снимать. Давай себя. Привет, ребята. Вот у тебя свет хорошо падает. Там ты такая темная просто была. Да? Да, ну, я вообще темная. Очень хорошая. Ну, не в этом ладно, я шучу, шучу. Очень да. Хорошая у нас сегодня фотосессия, девочки. Мы не льстим, честно. Это да. Бывает редко. Спасибо о, большое, приятно. Честно. Вот так хочешь, да, больше? Да, давай так. Хорошо. Давай я буду снимать. Давай. Ребят. Наша команда, Ася. А Эрик у нас убегает. Камил, можешь помочь, пожалуйста, Дарине? Эрик убегает уже. Красавицы.
Когда выйдут новые песни? Фанаты интересуются. Ну, еще пока так сильно звучит. Еще послушайте эту песню. Вот, вот такой вам ответ. Скоро, но не так совсем. То есть не в следующем месяце. Угу. Но ждите. Вот, ребята, где вы еще сможете узнать эту информацию, кроме как вот не в People Talk? Вот скажите, вот не бывает таких эксклюзивов нигде. Ой, покажи мне, я ж не видела. Ой, все, сбор. Обсуждения, просмотры. Когда в Беларуси будут. Надо узнать у их менеджеров. А это вы все узнаете. Да, привет, ребята. Извините за мой ужасный голос. Просто я заболела. Привет, привет. Спасибо вам за лайки. Да, мы вас любим. Да, я знаю, спасибо. Обратно. Спасибо. Спасибо. Смотрите, какие спасибо. Кадры. Спасибо большое. А, мне кажется, меня ужасно сейчас слушать. Треску. Мы о них не думаем. Надеюсь, они о нас тоже. Спасибо большое. Привет. Смотрите, какая у нас студия. Нормальный, да? Спасибо, голос хороший у меня, наверное, сейчас, конечно. Сейчас мы будем снимать Мишу. Вот она сядет сюда и будет позировать специально для People Talk. Вот так вот, ребята. Что мы делаем? Мы проводим фотосессию. Девчонки тут обсуждают. Девчонки, расскажите. Тебя обсуждаем. Меня обсуждаем? Ха! Сколько влезет? Давай, мне кажется, такая музыка, кто-то должен танцевать точно. Подождите меня. Вот надо ждать. Да, интервью будет. Будет эксклюзив на сайте peopletalk.ru. Редактор прекрасный, который будет брать интервью, Зоя Молчанова. Зоя, тебе привет, если нас смотришь. Нет, еще. Но я думаю, статья выйдет через пару недель. Ждите. Модель. Ну, прекрасно. Желаю вам удачи. Хорошо. Так, ребята. Сейчас. У нас будут очень такие моменты, которые мы вам не хотим показывать. Это будет сюрприз, это будет секрет. Ждите нашу съемку. Ждите интервью в People Talk. А вернусь я, когда мы будем снимать Настю. Да?